Добрый день, друзья! Сегодня у меня отличная новость. Пришла наконец-то моя камера Xiaomi UI. Наконец-то я, конечно, сказал утрированно, ведь доставка была очень быстрая. Буквально за 2 дня доставил мне магазин Розетка UA. За это им отдельное спасибо. Вот, сейчас я хотел бы для вас ее открыть. Еще мне очень повезло, я попал под акцию, и вместе с этой камерой мне пришел подводный чехол в подарок фирменный от Xiaomi. У нас находится коробочка беленькая, на ней логотип UI. Внутри у нас находится сама камера, это самое важное. Она очень легкая, похоже, она без батареи. Сейчас мы проверим. Да, как видите, она без батареи. Батарея, наверное, где-то внутри дальше находится. Далее у нас находится пульт управления. Честно, я им еще никогда не пользовался, поэтому будем учиться. Также здесь у нас находится селфи-палка. Кстати, она очень увесистая, очень прочная. Очень приятно держать ее в руке. Так, ребят, как я вам уже говорил, селфи-палка очень крутая, поэтому я не смог отдельно про нее не рассказать. Вот, у нее тут есть несколько функций. Эту головку, которая вставляется в камеру, можно поворачивать. Вот, берете просто, делаете вот так вот, и она поворачивается. Потом берете и фиксируете ее. Все. Очень удобно и очень круто. Также эта селфи-палка может удлиняться. Вот, смотрите. Довольно-таки длинная получается. Тут очень удобно ходить и делать селфи. Или снимать видеоблоги на нее. Продолжим наше открытие. Дальше у нас находится шнур. Это микро-USB. Шнур очень коротенький, для того, чтобы заряжать нашу камеру максимально быстро. Далее у нас находится инструкция, гарантия. В самом нижнем отделе батарейка отдельно. Сейчас мы будем ее вставлять в камеру и проверять работоспособность. Ребята, обратите внимание, здесь стоит металлическая пластина, усиливающая заднюю крышку. Я являюсь владельцем белой камеры, точно такой же, и там такой крышечки нет. Поэтому советую брать черный цвет. Он выглядит намного круче, и такая вот у него металлическая, так сказать, подложка под крышку. Очень круто. Так сказать, первый запуск камеры. Так, ребята, хотите небольшой лайфхак? Если светодиод светится синим цветом, это означает, что заряд батареи составляет более 50%, то есть от 50 до 100%. Если он будет гореть розовым цветом, это означает, что от батареи от 25 до 50%. И если он будет светить красным цветом, это означает, что батарея находится на очень низком уровне, менее 25%. Также сверху находится светодиод. Он сигнализирует о состоянии вашей камеры. Если он не горит, это значит, что камера находится в режиме фото. Нажимаем кнопку включения еще раз, и камера переключается в режим видеосъемки. Видите, светодиод загорелся красным цветом. Если мы начнем снимать видео, они будут мигать. Сейчас я сниму небольшое видео для вас, протестируем камеру. Итак, друзья, сейчас я снимаю для вас прямо на эту камеру, на которой я только что делал распаковку. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо.